Привет, ты в мире капюшона. Сегодня ролик будет посвящен новинке этого года. Набору LEGO 75577 Аватар Субмарина Мака. Я в целом хотел приобрести набор по вселенной Аватар еще в прошлом году. Было интересно посмотреть на мини-фигурки, на постройки, но, к сожалению, ничего не сложилось. Аватар в моем городе начали показывать только во второй половине января. Я, конечно, его посмотрел, фильм мне очень понравился, хоть и во многом повторяет сюжет первой части, который, в свою очередь, тоже был привычным боевиком, только уже в красочной и новой обертке. И вот после кинотеатра я понял, что точно куплю набор по этой вселенной, и выбор пал именно на этот набор. По соотношению цена-качество набор не имел конкурентов. Фигурок здесь достаточно, причем они разные. Детали новые, интересные есть, и вот по сути этим я и руководствовался при выборе. И вот набор у меня. Я его получаю, и как только вижу коробку, сразу просто получаю вау-эффект. Такое у меня бывало не часто, но эта коробка очень красочная за счет кораллового мультяшного обрамления, красивого заднего фона. И кроме этого, мне очень понравились боковые части коробки. Они прям очень красочные, по-моему. А так как в некоторых коробках я храню наборы, что не пошли в общую кучу деталей, эта коробка будет сильно выделяться. Ну а на обратной стороне коробки чуть менее красочное изображение, но в принципе показаны все функции этого набора. Инструкция тоже очень удивила. Обложка глянцевая, что не может не радовать. Но при этом корешок инструкции был весь побитый. Не знаю, словно корешком забивали что-то, или, возможно, при неправильной температуре хранили, глянцевый слой как будто просто потрескался. Но это не важно. Я все равно решил собирать впервые по 3D инструкции из приложения. Так сказать, раз смотрел в 3D, то и собирать тоже. Еще, кстати, что на инструкции, что на коробке, фразы переведены на русский, что не может не радовать. Ну, саму инструкцию я уже посмотрел после. И это было тоже приятно и интересно, потому что здесь есть некоторые моменты, которые редко показывают в инструкциях. Ну и сразу открываем инструкцию, и мы видим, что сами страницы сделаны в тускло-синем оттенке с изображением древесных духов, семян древа душ. В конце красивый красочный разворот, где есть остальные наборы линейки, разделенные на первый фильм и на второй фильм. Причем, если так присмотреться, где первый фильм персонажи находятся в лесу, а на второй странице под водой. Но еще если полистать страницы, то мы увидим, во-первых, изображение с QR-кодом, просканировав который, мы попадем на страницу LEGO, которые показывают другие остальные наборы. И я так понял, что там даже есть переводчик на язык Na'vi. И здесь есть кадры из фильма, что тоже не может не радовать, потому что мы собираем первым этапом кораллы, морское дно. И есть с чем сравнивать. Ну и вообще, мини-фигурка здесь как бы топает к финишу. Но на финише, если мы посмотрим, он все равно продолжает куда-то топать. Первым этапом собирается большая часть морского дна. И это было прям очень интересно, потому что, открывая пакет, ты видишь кучу деталей самых разных цветов. И некоторые встречаются в этих цветах впервые. Например, для меня были новыми вот эти части, ну не знаю, как их назвать, тарталетки, кексики, но в цвете бледной бирюзы. Бирюзовые бананы. Новые водоросли. Вот эти острые шпили в зеленом цвете. Ну и, конечно, сиреневые морковки. Ну и короны, кстати, которые светятся в темноте, но светятся очень тускло из-за того, что свет на них попадает, ну, неравномерно. Возможно, если их как-то просветить со всех сторон фонариком, будет лучше. Ну и еще на первом этапе используется просто
огромная деталь, которая экономит огромное количество других деталей при сборке и при этом создает крутой ландшафт снаружи, а внутри глубокую пещеру. Для самодельщиков эта деталь была бы очень полезна в проработке ландшафта, ну а если взять несколько, то и вовсе круто. Вторая постройка куда меньше, но тоже интересная. На втором и третьем этапе собирается сама подлодка, батискаф, субмарина. И поначалу она собирается очень несложно, я бы даже сказал примитивно. Но в процессе сборки начинают появляться различные подсборки, некоторые части уже пристыковываются боком. Но в целом о сборке сказать, что она вносит новый опыт, я не могу. Но что касается деталей, использованных в сборке, то тут есть интересные детали. Это и стекла, которых здесь три, и сзади различные скосы. Вот, например, детали, которые мы привыкли видеть в последних моделях Speed Champions. Различные скосы зеленые. Внешний вид в целом получился довольно интересный для подводного аппарата. Но, конечно, больше всего бросается в глаза это слабый вид кабин. Ну, а точнее, огромные дыры, что портят общий вид. И не совсем понятно, для чего снизу вот эта часть кабины, которая в целом, ну, ни на что не влияет. Потому что пилот все равно не будет видеть то, что снизу. А вот что касается остального, то в целом здесь все хорошо. Здесь, например, и ракеты с раздувающимися, ну, наверное, баллонами. Но напрашивается вопрос. Я и сам думал, ну не может же быть такого, что тут только кабина для пилотов, а сзади это просто длинная колбаса из кубиков. Нет, здесь внутри скрыто нечто, что я не совсем понял. Либо это реактор субмарины, либо, как бы так сказать, без спойлеров для тех, кто не смотрел, это какая-то колба с ресурсом, который добывается на Пандоре. Также есть два статшутера новых, которые выглядят свежее, интереснее, которые стреляют немножко по-другому, хотя и в принципе точно так же. Стрелять не буду, иначе потеряю детальку. Снизу также есть вот эти две детали, которые я изначально думал, что они были сделаны либо для обтекаемости подлодки, так как в фильме я на это внимание не обратил, либо просто для подставки, чтобы ее можно было поставить вот так. Но я понял, что ошибался, когда я после сборки полистал инструкцию и увидел еще один кадр из фильма и концепт-арт этой подлодки. Но еще раз вернемся к кабине. На коробке изображено, что кворич находится на нижнем уровне кабины. Да, здесь нижнее место пилота сделано для большой мини-фигурки. И, кстати, здесь еще один недостаток кабины. Если мы просто захотим открыть нижний уровень, то он просто не откроется. Нужно сначала открывать верхний, а потом нижний. Но когда мы ставим фигурку, во-первых, мы должны подогнуть хвост, а во-вторых, мы получаем вот такой результат. Мало того, что из-за хвоста, который там подогнутый, фигурка просто будет выталкиваться наружу и поднимать стекло. И как бы фигурка тогда просто захлебнется водой. Но суть в том, что так как стекло будет постоянно тереться об прическу фигурки, то само стекло же в итоге зацарапается. В общем, я так и не понял, как такой момент был упущен. Но закрыть с фигуркой кабину нижнюю просто не получится. Ну и про наклейки. В наборе их всего 7 штук, и все используются в этой субмарине. Две в кабинах,
и остальные на корпусе. И вот вопрос. Две наклейки в кабинах прозрачные. И что помешало сделать остальные наклейки прозрачными, я не понимаю. Они все остальные отличаются по тону от деталей. Если уж две сделали прозрачными, почему не сделать все сразу? По итогу получаем вот такую спорную субмарину, которой очень много вопросов. Переходим к четвертому этапу и завершаем сборку. Добавляется третья часть дна морского, которая является подставкой для подлодки. Сборка этого этапа мало чем отличается от первого, но на четвертом этапе до меня дошло, что все детали кораллов можно повернуть как хочешь. То есть, в принципе, можно повернуть течение в любую сторону. Не знаю, было ли так задумано, но это интересно. Фигурок здесь 4. Все разные. Паук – самый обычный подросток. Человек. Два лица, оба с маской, чтобы была возможность дышать в атмосфере Пандоры. Дальше два подростка Нави. НТМ из лесного клана Аматикая и Аонунг из островитян Миткаина. У Аонунга еще добавляется лук, который, по мне, выглядит совсем неудачно. Для чего там сделана эта часть по типу ракет в Звездных войнах, я не понимаю. Лучше бы просто был лук без стрелы тогда. Да еще и стреляет неудобно и плохо. Но, во-первых, слабо. А во-вторых, если ты держишь лук у фигурки, то его мало того, что неудобно ставить, не буду даже заморачиваться, но и стрелять с фигурки неудобно. Головы у фигурок – это новая форма, похожа на некий гибрид между Friends, обычной мини-фигуркой, и эльфами. У причесок сзади есть часть, которая, по идее, предназначена для того, чтобы связываться с животными, с древами душ, но в Лего получается так, что за эту косу можно просто схватить. Ну, немножко странно. Ну и взрослая версия. Это аватар Корича. Выглядит интересно, хотя на самом деле мы уже это тело видели ранее в фигурке Вуди из наборов по истории игрушек. Ну и еще есть фигурка обычного ската. Такая уже встречалась в наборах Сити, но в другом цвете. По итогу собираем все вместе, расставляем фигурки по местам и получаем очень красивую экспозицию. И на самом деле появляется ощущение, что эта постройка находится как будто под водой. На наклейки не в тоны дыры в кабине уже не обращаешь внимания. Ведь все внимание переходит именно на кораллы, на плавающие мини-фигурки. И если бы был набор дополнения для того, чтобы сделать морское дно шире, больше, цветнее, я бы его купил. Ну и как вариант можно еще использовать наборы DOTS, там много разноцветных тайлов, да и светящиеся тоже. И украсить ими дно, и будет очень красиво. За внешний вид набора, полностью собранного, я бы поставил 5 с минусом небольшим, потому что внешний вид подлодки оставляет вопросы. За сборку, максимум 4, потому что основная часть набора — это скучная сборка этой самой подлодки. Ну и в целом набору поставить можно максимум 4, потому что хоть он и выглядит красиво в итоге, интересные фигурки, но я не могу отделаться от мысли, что некоторые части сделаны весьма посредственно. И 4 здесь только потому, что здесь очень красиво сделано морское дно, которое и вытягивает набор наверх. Как бы странно это ни звучало. Такой вот набор. Ну а если ролик был интересен или полезен, ставь лайк и пиши в комментариях, понравился ли набор. Ну и давайте уважать друг друга и спойлеры писать не будем. Я думаю, среди нас есть люди, которые еще не смотрели этот фильм. Подписывайтесь на Boosty, если есть желание помочь каналу. Ну и на сам канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Там мы увидимся. Пока!